Дорогие друзья, ну вот вам рекомендованная поездка. Просто гарантирую, что вы получите массу удовольствия, начиная с похода по каньону и потом по сплаву с рафтингом. Единственная рекомендация, я бы предложил вам брать с собой гидрокостюм, если он у вас есть, потому что вода прохладная, хочется проплыть, и вам работники фирмы это помогут. И еще один совет, посмотрите на этого человека, запоминайте его в лицо, его зовут Тарзан. Привет, привет. Когда он будет предлагать садиться в его лодку, садитесь в его лодку, потому что эти впечатления будут у вас останутся навсегда. Привет, Бомбарбия ТВ, привет, Украина. Приезжайте в гости, потому что многие приезжают сюда с Украины. Мы очень любим украинцев. Приезжайте, вас ждет Фортуна Рафтинг и вас ждет Жорик Георгий, он же Жора, он же Гоша. Приезжайте, пожалуйста, мы вас ждем.